В стенах гимназии номер 3 лекторская группа в лице представителей администрации и духовенства провели беседу с родителями учащихся 5-6 классов, где были затронуты ряд вопросов о духовно-нравственном воспитании, занятости детей во внеурочное время, а также об идеологии экстремизма и терроризма в среде молодежи. Говоря о важности проводимых мероприятий, лекторская группа ведет профилактические работы не только с родителями учащихся, но и с учениками и студентами. По словам Айшата Таева, исполняющий обязанности начальника отдела по делам молодежи и туризма, для развития подрастающего поколения в городе созданы дополнительные центры, где детям во внеурочное время предоставляется возможность развиваться в различных направлениях. Вот почему я затронула сейчас занятость наших детей. Дело в том, что наши дети после школы говорят вам: мам, я закончу там. Занятия закончились, я иду там к бабушке, если дома нет никого, к тете, там, к брату и так далее. Но на самом деле, проходя мимо какого-то игрового зала, он там застревает. Ребенок по своей воле, либо по неволе, он туда заходит, и все, оно там остается. Чтобы этих вот моментов не было, конкретно нужно знать. Так, точка, говорит, мальчик, ты сегодня после школы идешь, допустим, там, на студию вокала, либо танцевальный какой-то кружок, либо на студию, секцию спорта и еще чем-то занимаешься. То есть конкретные задания вы должны давать своим детям. Магомедарев Дарбишев, представитель отдела просвещения, привел множество примеров, где говорится о воспитании детей их родителями, которые должны уделять время ребенку не только в учебном процессе, но и проявлять инициативу развиваться в различных сферах деятельности. Как отметили инициаторы данной встречи, в планах лекторской группы множество посещений колледжей и школ города. Продолжив, что такие мероприятия направлены на то, чтобы обратить внимание общественности к проблемам, которые возможно решить лишь общими усилиями, а большинство из них лучше предупредить, чем бороться с последствиями. Бурлия Цамбиева, Абдулла Алиев, информационная программа «Пульс».